Всем привет! В этом видео я расскажу о базовых настройках роутеров D-Link на примере роутера D-Link DIR 615 и его конфигурации. Но эта инструкция подойдет и для многих других роутеров компании D-Link. Настройки у всех роутеров компании очень похожи. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, подключите к роутеру питание и включите его. Если индикаторы на передней панели роутера не засветились, то проверьте, включено ли питание кнопкой на задней панели. Если вы будете настраивать маршрутизатор по кабелю, тогда возьмите сетевой кабель, который идет в комплекте, соедините маршрутизатор с компьютером. Один конец кабеля подключаем в LAN Ethernet разъем в любой из четырех, а второй конец в сетевую карту компьютера или ноутбука. Кабель от интернет-провайдера включите в желтый WAN Internet разъем. Если у вас компьютер без сетевой карты или нет кабеля, то настроить все можно и по Wi-Fi, можно даже с телефона или планшета. После этого зайдите в настройки маршрутизатора. Для того, чтобы настроить роутер, зайдите в любой интернет-браузер и введите в адресную строку IP-адрес роутера 192.168.0.1. Затем заполните данные форм: логин админ, паспорт админ. IP-адрес роутера, а также логин и пароль от его настроек обычно стандартные и указаны на наклейке внизу. Хочу обратить ваше внимание на интерфейс прошивки роутера D-Link. В моем случае она имеет такой вид, но бывают и другие. Несмотря на это, логика и название пункта в меню настроек практически идентичны. Разобравшись в настройках роутера на примере данной прошивки роутера D-Link, вам не составит труда настроить роутер D-Link с другим интерфейсом прошивки. Покажу я вам все настройки на эмуляторе прошивки роутера D-Link DIR 615 и его конфигурации. Итак, язык меню настроек роутера можно изменить. Для этого нажмите «Язык» и выберите «Удобный». Настроить роутер D-Link можно вручную, перейдя к расширенным настройкам. Но это сложновато, если вы неопытный пользователь, поэтому рекомендую воспользоваться фирменным меню быстрых настроек от D-Link с названием Click and Connect. Оно расположено в блоке «Сеть». Нажмите кнопку Click and Connect. Затем подключите интернет-кабель от провайдера к WAN интернет-порту роутера и нажмите «Далее». В следующем окне выберите тип подключения – статический или динамический IP. Какой он в вашем случае, можно узнать у интернет-провайдера. В зависимости от типа подключения, дальнейшие настройки будут отличаться. Давайте сначала мы опишем настройки для статического подключения, затем для динамического. Если вам провайдер предоставляет статический IP-адрес, выберите его и нажмите «Далее». Затем нажмите кнопку «Подробно» внизу страницы. В открывшемся окне вводим данные, полученные у провайдера. Если интернет был подключен напрямую к этому компьютеру, нажмите на кнопку «Клонировать MAC-адрес». Если интернет был на другом ПК, внесите его адрес в поле MAC и нажмите «Далее». Если же интернет по данному кабелю раньше не предоставлялся, то провайдеру нужно будет сообщить MAC-адрес вашего роутера. Как узнать MAC-адрес роутера? Все очень просто. Возьмите свой роутер и посмотрите снизу на наклейке. Там будет указан MAC-адрес. Вводим данные, полученные у провайдера, и нажмите «Далее». Проверяем настройки и нажимаем «Продолжить». Если же провайдер предоставляет динамический IP-адрес, то выберите его. Поставьте галочку напротив функции «Получать адрес DNS-сервера автоматически» и нажмите «Далее». Примените внесенные изменения. В этом случае все намного проще. Затем, вернувшись в главное меню настроек роутера, выберите пункт «Система», «Сохранить и перезагрузить». Теперь перейдем к настройке Wi-Fi на роутере DIR 615. Для этого зайдите в меню Wi-Fi, выберите режим работы беспроводной сети «Точка доступа», введите название точки доступа, задайте режим безопасности «Защищенная или открытая сеть»,
При открытой сети пароль на нее не устанавливается. При выборе защищенной сети установите ключ безопасности, пароль доступа к Wi-Fi данного роутера. Проверьте настройки и примените их. Затем, вернувшись в главное меню, выберите пункт «Система», «Сохранить и перезагрузить». После перезагрузки маршрутизатора ваша сеть будет готова к работе. Это было меню быстрых настроек роутера D-Link DIR615. Оно подойдет для неопытных пользователей или в случае настройки нового роутера. Если же вам необходимо проверить, подправить или детально настроить роутер D-Link, то вам нужно перейти в меню «Расширенные настройки». Детально останавливаться на каждом пункте меню настроек я не буду. Это очень много информации, которую мы, возможно, рассмотрим в отдельном видео. Давайте рассмотрим базовые настройки роутера, настройки подключения, Wi-Fi и DHCP. То есть остановимся на пунктах меню «Сеть» и Wi-Fi. Итак, для настройки подключения роутера к интернет перейдите в меню «Сеть» WAN. Нажмите кнопку «Добавить», если нужно настроить новое подключение. Или кликните на одном из существующих, если нужно проверить его настройки. Это меню ничем не отличается от такого же, которое мы видели в быстрых настройках сети. Если вам провайдер предоставляет статический IP-адрес, выберите его и задайте ему имя. Дальше введите данные, полученные у провайдера. Внесите привязанный провайдером к точке доступа MAC-адрес в поле MAC. Если интернет уже был подключен напрямую к этому компьютеру, нажмите на кнопку «Клонировать MAC-адрес». Введите полученный у провайдера IP-адрес, сетевую маску, IP-адрес шлюза и первичный DNS-сервер. Проверяем настройки и нажимаем «Применить». Если провайдер предоставляет динамический IP-адрес, выберите его. Поставьте галочку напротив функции «Получать адрес DNS-сервера автоматически» и примените внесенные изменения. Затем, вернувшись в главное меню роутера, выберите пункт «Система», «Сохранить и перезагрузить» для сохранения внесенных изменений. Если вы все сделали правильно и интернет уже работает, то можно переходить к настройке Wi-Fi сети. Чтобы создать и настроить беспроводную точку доступа, перейдите в основные настройки Wi-Fi и включите беспроводное соединение. Выберите «Скрыть точку доступа», если вы не хотите, чтобы она была видна окружающим. Задаем имя беспроводной сети в пункте SSID. Укажите страну. Канал в данном случае оставляем автоматический. Беспроводной режим рекомендую оставить максимально совместимый, так как если выбрать какой-то один, то он может конфликтовать с устройствами, которые работают в других режимах. Можно ограничить количество подключаемых клиентов. 0 – это отсутствие ограничения. Примените внесенные изменения. Следующий шаг – настройки безопасности и установка пароля на Wi-Fi сеть. Для этого перейдите на вкладку «Настройки безопасности». Вы можете выбрать одну из следующих опций защиты или отключить ее. Если защита отключена, беспроводные станции могут подключаться к маршрутизатору без шифрования и пароля. Настоятельно рекомендуется выбрать один из представленных выше вариантов защиты беспроводной сети. В поле «Ключ шифрования» задайте пароль, который будет использоваться для подключения к вашему Wi-Fi. Сохраните настройки и перезагрузите роутер. Если вы до настройки Wi-Fi подключали к беспроводной сети какие-то устройства, то после смены пароля и перезагрузки роутера нужно будет подключить их заново, уже указав новый пароль, перелогиниться. Меню MAC-фильтр. В этом меню можно разрешить или запретить устройствам с определенным MAC-адресом доступ к вашей беспроводной сети. Буду краток. Чтобы закрыть нежелательному устройству доступ к вашей беспроводной сети, перейдите в меню MAC-фильтр. Установите режим ограничения «Запрещать». И во вкладке MAC-адреса добавьте MAC-адреса устройств, доступ к которым необходимо закрыть. После применения изменений такие устройства не смогут подключаться к вашему Wi-Fi, даже зная пароль. Если режим фильтра установить «Разрешать», то к вашей беспроводной сети смогут подключаться только устройства с указанными вами MAC-адресами. В этом видео я также хочу описать еще одну функцию роутера, которая не совсем базовая – это DHCP. Хотя она по умолчанию включена и работает, я постараюсь объяснить принцип ее работы и доступные настройки. Как правило, по умолчанию данная опция на сетевом устройстве включена, но в силу разных причин у некоторых пользователей она находится не в активном состоянии. Чтобы включить или настроить ее, перейдите в настройках роутера в меню «Сеть» – «LAN». На этой странице вы можете разрешить или запретить режим DHCP сервера и задать начальный и конечный IP-адрес в одноименных полях для локальной сети.
Начальный IP нужно задавать с учетом сетевого узла маршрутизатора и присваивать следующий за ним. Например, если основной шлюз установлен как 192.168.0.1, то начальный IP-адрес может быть 192.168.0.2, 192.168.0.3 и так далее. Задавая конечный IP-адрес, вы задаете количество выдаваемых роутером подключаемым устройством адресов. Так, задав 192.168.0.100, я позволяю роутеру выдавать адреса 98 устройствам. Причем адреса у них будут в промежутке от 192.168.0.2 до 192.168.0.100. Все остальные настройки не являются обязательными, но если нужно, то можно уменьшить время аренды адреса. Это промежуток времени, в течение которого сетевой пользователь сможет подключаться к маршрутизатору, используя текущий DHCP адрес. С помощью DHCP роутер присваивает подключенным к его сети устройствам IP-адреса. Каждый раз он будет выдавать их по очереди. В нашем случае первому подключившемуся 192.168.0.2, потом 3, 4 и так далее. Но есть возможность зарезервировать за клиентом постоянный IP-адрес. Таким образом, при подключении к сети сетевое устройство будет выдавать подключаемому устройству один и тот же IP. Для этого под меню «Статический DHCP» нажмите на выборе IP MAC адресов и выберите одно из подключенных на данный момент к роутеру устройств. Или нажмите «Добавить», если это устройство на данный момент к роутеру не подключено. Пропишите MAC-адрес устройства и задайте свободный IP-адрес из имеющегося диапазона. Нажмите кнопку «Применить», и указанное устройство будет всегда подключаться к сети только по назначенному IP-адресу. Как узнать MAC-адрес нужного устройства для резервирования IP-адреса или блокировки его доступа к вашей Wi-Fi сети? Например, в Android-смартфоне перейдите в настройки «О телефоне», «Статус». MAC-адрес устройства указан в пункте MAC-адрес. В Windows перейдите в параметры сети и интернет. Настройки параметров адаптера. Кликните правой кнопкой мыши на беспроводном адаптере, с помощью которого осуществляется подключение, и выберите состояние, сведения. Физический адрес – это и будет MAC-адрес сетевого адаптера компьютера. Остальные настройки роутера довольно специфичны и узкоспециализированы. И об этом в другом видео. Кстати, все эти функции мы уже также рассматривали в серии видео по роутерам TP-Link. Ссылки будут в описании. Тех настроек, которые мы задали, достаточно для того, чтобы пользоваться роутером на базовом уровне. Ну и если в процессе настройки роутера у вас возникли какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если видео было полезным. Всем спасибо за просмотр, всем пока!